Ирина Петрова воспитателем детского сада работает уже 20 лет. Последние 3 года она ведет логопедическую группу в дошкольном учреждении номер 19. В своих занятиях с детьми педагог всегда использует увлекательные эксперименты. Наработанный опыт она решила представить на первом в своей жизни профессиональном конкурсе. С успехом пройдя городские, а затем и областные соревнования, Ирина Петрова отправилась на всероссийский конкурс в Москву. Я представляла опыт по работе с детьми в логопедической группе, по экспериментированию. То есть это была и теоретическая часть этому посвящена, и было очень интересное занятие, где дети экспериментировали с солью, делали разные опыты, очень увлекательно, интересно. Жюри высоко оценило профессиональные навыки Ирины Петровой. Из столицы она вернулась лауреатом конкурса. Коллектив родного учреждения вместе с родителями и детьми от души поздравили воспитателя с заслуженной победой. Она очень добрая. Каждому ребенку она находит свой подход. Насте очень нравится посещать занятия, которые проводит Ирина Викторовна. С удовольствием ходит на занятия и приходит в таком восторге домой, все рассказывает. И очень результат уже виден. Вот 2-й год мы ходим. У меня ребенок поменялся, как говорится, на глазах. Победа ангарчанки на всероссийском конкурсе – это значимое событие в жизни нашего города. Со словами благодарности специалисты управления образования Ангарска вручили победительнице букет цветов. А самое трогательное поздравление Ирина Викторовна получила от своих подопечных. Раз ладошка, два ладошка, я попасть на месте сюда. Кроме серебряной звезды, которую вручали всем лауреатам, Ирина Петрова привезла еще и массу полезных подарков. Музыкальная азбука, диски с развивающими играми, познавательные журналы. Все это сделает занятия с детьми еще более интересными. Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин. Местное время.